Так, друзья, добрый день. Сегодня у нас на обзоре отель Перуника, 3 звезды, самое сердце Золотых Песков. И у нас для обзора предоставлен номер 61А, апартаменты. Так, сейчас пройдем, я вам покажу, как это все выглядит. Ой, пахнет очень хорошо. Так, друзья, смотрите, еще у нас электронный ключ, очень удобно. Здесь еще есть место для размещения вещей. Отель Перуника. С этой стороны у нас зеркало, есть шкаф. На полу ковровое покрытие, очень мягенькое, удобное. С этой стороны у нас туалет. Вот так вот выглядит. Всем привет! Как-то, наверное, так получилось. Сегодня я под цвет плитки в санузле. Вот. Но очень так уютненько, хочу вам сказать. Очень уютненько. Вот так вот раковина выглядит. Так, этот номер у нас апартаменты. Комплимент от отеля «Розочки». Панорамное окошко, очень светло. Еще у нас есть комплимент от отеля «Фрукты». Аппетитно очень это все выглядит. Так, здесь у нас есть холодильник. Холодильник есть. Так, дальше мы проходим в спальню и еще выйдем на балкончик. Вот так вот выглядит спальня. Ну, хорошая площадь квадрата, наверное, 15 точно есть. Подсветочка возле кровати. Зеркало. Опять же, панорамное окно. Выйдем сейчас мы на балкончик. И у нас еще один санузел. И вот есть кондиционер в номере. Так, еще один санузел. И здесь у нас ванная комната. Все стерильно, все чистенько, все пахнет. Очень приятное впечатление от отеля, правда. Хорошие апартаменты по площади. Вот как-то вот ощущения, конечно, очень приятные. Подсветочки везде желтого цвета приятного. Текстиль очень такой приятный, солнечный. Так, и у нас, друзья, выход на балкон. Боже, какая красота! Какая красота! Вот такая вот у нас здесь зона отдыха. Ой, очень зеленая территория. Все утопает в соснах. Воздух потрясающий. Погода сегодня очень классная. Вот море очень рядышком. Шикарный вид. Балчик отсюда, вид открывается. Красиво, очень цвет моря потрясающий сегодня. Сезон в самом разгаре. Так, есть у нас еще маркизы солнцезащитные, очень прикольно.
очень прикольно, прикольно. Вид потрясающий. Так, друзья, напоминаю, это у нас апартаменты, поэтому при выборе тура, либо при бронировании номеров на букинге, прошу учесть это. Так, друзья, сейчас еще покажу вам вместительность шкафа. Так, есть еще подушечки запасные. Если на всю семью не будет хватать. Так, есть плечики, есть пледы. Вместительный шкафчик, да. Есть место для чемодана, для обуви. Очень красиво, очень-очень. Все, приятного всем просмотра. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего лета. Приезжайте.